Продолжаем серию новогодних мастер-классов вместе с Измайловским парком. Нам понадобится пенопластовый шар диаметром 7 см, фольга, атласные ленты и бусины в тон и горячий клей. Отмеряем примерно по 10 см с каждой стороны и складываем несколько слоев. Складываем еще два раза, отрезаем линии сгиба и с каждого кусочка скатываем шарик. Берем пенопластовый шар, отрезаем кусок ленты и делаем из нее петельку. Завязываем узел и с помощью ножниц просовываем ее в шар. Зафиксируем для прочности клеевым пистолетом и начинаем фиксировать на клей шарики из фольги. Пока не покроем весь шар. Украшаем бусинами, также крепим их на горячий клей. Вот такой оригинальный шар у нас получился. До новых встреч!